Если видишь на картине нарисована река, или ель, и белый иней, или сад, и облака, или снежная равнина, или поле, и шалаш, обязательно картина называется. А если видишь на картине чашку кофе на столе, или мост в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы, сразу знай, что это натюрморт. Кто? Ну что ж, бутерброд. Иногда вечером, и до обеда выступаем в школе, чек бутерброд. А если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, летчик или балерина, или Колька твой сосед, обязательно картина называется портрет. И вот еще одна тоже песня-мультфильм. Вот она перед вами, коробка с карандашами, в нее совершенно свободно вмещается что? Что угодно. В коробке с карандашами горы, океаны, гномы и великаны, и кот с большими усами. В коробке с карандашами живет зеленая елка, ее украшали долго лапушками и шарами. В коробке с карандашами заяц бежит припрыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами. В коробке с карандашами подснежник снег пробивает, мальчик в ручье пускает кораблик под парусами. Знаете, ребята, в мультфильмах нужны смешные звуки, мы нашли, когда этот мультфильм записан, нужно носы зажать. Давайте вот так. Недавно прошел дождик, любуйся теперь, художник, радугой над лесами. В коробке с карандашами желтое солнце пляшет над желто-песчаным пляжем с веселыми камышами. В коробке с карандашами цирк, как обычно, полон, идет по канату клоун, жонглируя обручами. Снова зажали носы, да? Давайте поем. Когда мы это делали, один мальчик говорит: дядя Гриша, а можно еще смешнее звук сделать? Я говорю: как? А если нос зажать не себе? В коробке с карандашами дети спешат на площадь и на метро полощут флаги над малышами. Вы все на свете найдете в коробке с чем? С карандашами. Когда рисовать начнете, вы это поймете сами. Когда рисовать начнете сами.